Приветствую, друзья. Конец августа. Это как вот, собственно говоря, обещал, хочу вам рассказать и показать. Ну, показать я уже показывал, рассказать о том, зачем и почему я вот везде ставлю пустые корпуса снизу. Начну, помимо того, что пустые корпуса, они просто необходимы для хорошей зимовки. Ну, по крайней мере, я пришел к такому мнению, что сейчас я буду говорить о полных корпусах, о зимовке на полных корпусах. То есть, все, 10 рамок, полный корпус, ничего никогда не сокращая. Ну, вот. То есть, без пустого корпуса подставленного, вот смотрите, шершень балуется. Нехороший человек какой. О, пчелку ловит. Ну вот, значит, без пустого корпуса зимовка, в принципе, я пришел к такому мнению, хорошей не будет. В ульях из пены тем более, ну, в деревянных хуже не будет, если поставить пустой корпус. Значит, при смешанной, при верхней вентиляции, при любых вентиляциях, много всяких экспериментов я тут понатворил на своей пасеке, но тем не менее, вот пришел к такому мнению, что пустой корпус снизу, он просто необходим. Значит, то есть и после отбора меда, когда, соответственно, грубо говоря, там с двух, с трех или сколько там корпусов вы убираете, естественно, пчелы много, ей не хватает места, чтобы занять только один корпус гнездо. И вот во время отбора меда я, соответственно, забирал рамки лишние медовые, там, ну и лишние медовые, сокращая до одного корпуса, и сразу же и подставлял пустой снизу корпус. То есть вот при отборе меда и подготовку некую такую к зиме сразу делал. И для чего я его еще ставил? Потому что когда вот убираете мед, пчелы места не хватает, она начинает бородой висеть улитка. Ну вот, посмотрел я много всяких роликов, в том числе и уважаемых людей, скажем так, с опытом, которые говорят, что да, вы там, ребята, не переживайте, да, там мед, это мед забрали, рамки забрали, пчелы повисит бородой, она потом найдет себе место. То есть пчела всегда найдет место в улье. Да, это действительно так, но если, допустим, это зима, понятно, она сожмется в клуб там до максимального размера, или, скажем, до минимального размера, да. Если, например, осень, когда ночи уже холодные, там еще что-то, да, то есть они будут ужиматься еще. Но вот когда август, вот сейчас температура у нас стоит ночью, плюс 25 градусов. Такого даже и в мае-то, и в июне-то не всегда было. А сейчас вот 25 градусов ночью. Пчела, естественно, никуда не ужимается, ничего не делает. И если бы не поставил я пустой корпус, она бы у меня висела бородой. Значит, приводу такой пример из собственного небольшого, но тем не менее какого-никакого опыта. Даже, по-моему, вот на этом месте была семья. Тоже отобрал мед, вот она висит бородой. Уже наступает вечер, темнеет. Я взял дымарик, значит, поддымнул и все загнал ее обратно в улей. Все в порядке. На утро опять пчела, значит, полетела кто на работу, кто что. И часть опять выкучивается бородой. Я опять ее вечерком дымнул. Она вся ушла у меня снова в семью. Ну, все в порядке. На следующий раз повторилось то же самое. Я ничего делать не стал. И благополучно оставил таким образом. Думаю, ладно, пусть висят, когда захотят, тогда, собственно говоря, и уйдут, в улей. Ну, ночью пошел дождь. Утром я прихожу, и у меня вся пчела просто вот так вот вокруг улья, вокруг этого, вся пчела просто лежит дохлая. То есть ее как вот эта вот гроздь, которая висела, да, назову ее так, вот эту вот гроздь пчелы, она просто упала, дождем ее побило, все, и вся пчела вот эта погибла. Так, отойду немного, тут что-то прям на самом лету стою, значит. И вот таким-то образом произошло. То есть пчеле некуда деться. Вот она висит бородой, ее бац, и она не ушла, несмотря на то, что пошел дождь. Вот и весь разговор. То есть я потерял довольно-таки большой процент той пчелы, которая могла бы мне послужить еще на переработке, там, допустим, когда я закармливаю сахарного сиропа и прочее, прочее, прочее. То есть, может быть, вот говорю, то, что дают советы, не переживайте, пчела уйдет. В моем случае так не получилось. И происходило так два раза. Поэтому вот теперь
Решаю проблему таким вот образом. Ставлю пустой корпус, пчелы много, она там снизу на рамках будет висеть бородой, как угодно, что чего угодно. Но это будет в семье, в улье, никакие погодные условия ее не, скажем так, нам уже не помешают. Так что вот такой вот два, скажем так, вот таких основных, наверное, причины, почему ставлю пустой корпус снизу сразу после отбора меда. Значит, до того, как я не делал этого, что мне приходилось делать? Я на некоторых семьях пробовал, ставил еще корпус, ну, если, грубо говоря, про Додан сейчас говорим, да, ставил все-таки второй корпус Додана, в него ставил 2-3 рамки, любые там, суши, не суши. Ну, естественно, сделал разделительную доску, и вот чтобы пчела в этом корпусе и в этом сидела вот в большом таком объеме. Но это неудобно, потому что потом закармливать еще что-то, это... Просто сам вариант неудобен. А вот подставлять вниз пустой корпус легко, просто, эффективно решает такие вот две проблемы. Ну, собственно говоря, наверное, все, что хотел сказать. Пока-пока.